Заложники. Группу российских туристов держали в подвале южнокорейского аэропорта. Среди них были 4 жителя Бурятии. В изоляции россияне провели 3 дня без питья, еды и связи. Туристов освободили, когда одному из них все же удалось связаться с Россией. Причину задержания таможенники так и не назвали. Вне перехода. Неопытный водитель сбил пенсионера в Улан-Удэ. ДТП произошло на улице Барсоева. Пожилой мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. 67-летний пенсионер попал под колеса Камри Грации. Водитель авто имел стаж управления 1 месяц. Пострадавшего дедушку с тяжелыми травмами госпитализировали в БСМП. Незадачливый домушник. В поселке Тулунжа мужчина прогуливался с украденным велосипедом и стиральной машиной. Вещи он похитил из пустовавшего дома. Ранее судимый 28-летний местный житель также вынес из дома холодильник и алюминиевый бидон. Общая сумма ущерба около 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража. Похищенное изъято».